отчество? Сергей Александрович! Дата рождения. 3 октября 1895 года. Село Константиново Рязанской губернии. Национальность. Эфиоп. Национальность. Русский. Отстаиваете. Радость! Тебе жуть. Грустно и обидно. В поле, что ли, в кабаке ничего не видно. Руки вытяну и вот слушаю на ощупь. Едем. Кони, сани, снег, проезжаем рощу. Эй, ямщик! Гони во всю чай рожден не слабо. Душу вытрясти не жаль по таким ухабам. А ямщик твердит одно. По такой метели очень страшно, что в пути лошади вспотели. Ах, ты ямщик, я вижу трус. Это не с руки нам. Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам. Бью о кони, как метель снег разносят хлопья. За ней прямо на сугробье. Я пьяный никогда не пишу. Ты знаешь, мне здесь хорошо. Только раздражает, что день и ночь горит эта синяя лампа. А еще нельзя здесь закрывать двери, чтобы я не смог покончить с собой. Все хотят умереть. Вчера в коридоре я встретил красивую девушку. У нее были длинные волосы цвета, как мед. Это Офелия. Рязанских раздолий, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле. Эти волосы взял я у ржи, если хочешь, на палец свяжи. Я нисколько не чувствую боли, потому что я с севера, что ли. По кудрям ты моим догадайся, дорогая, шути, улыбайся. Не буди только память во мне про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, шагане, там на севере девушка тоже. На тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне, шагане ты моя, шагане. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения с кручи. Теперь в советской стране я самый яростный попутчик, я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манш! Простите. Я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным, умным мужем, что не нужна вам наша маята. И сам я вам. Thank you.
темнее этого окошка рассвет. А ты ночь! Что ж ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один и разбитое зеркало. Я один и разбитое зеркало.